Всем большой весенний привет! Я думаю, каждый из вас узнал, что такая необыкновенная инсталляция находится около исторического музея. Кстати, сегодня он празднует свой яркий юбилей – 45 лет со дня основания. И, кстати, в этом здании музей находится ровно 35 лет. Женя, а ты была сама в музее и сколько раз? Честно признаюсь, была несколько раз и давным-давно. Я тоже. Всего пару раз, и мне даже как-то неудобно об этом говорить. Друзья, если вы тоже не были давно в нашем легендарном историческом музее, предлагаю заглянуть. Кстати, друзья, вы помните, что мы сегодня озвучиваем победителя в номинации «Лучшее кафе, кофейня, столовая, ресторан». Это же Киноград. Кстати, когда я увидел эту первый раз эту картину, я не мог отгадать, какое это место. Но потом по этой лестнице понял, что это почта. В Верхнепышминском историческом музее собран богатый материал по истории, этнографии, экономике, культуре и природе нашего края, который поражает своим многообразием. Коллекция исторического музея насчитывает более 23 тысяч музейных предметов. Музей обладает уникальными коллекциями – археологической, этнографической, изобразительных источников и нумизматики 17 века и до наших дней. Евгений, прямо наше детство, согласись. Да, так и экспозиция даже называется «Чуланчик». А вот это место мне знакомо, потому что я в детстве печатал фотографии сам с помощью фотоувеличителя и других печатных средств. Алло, алло. Кстати, я до сих пор помню свой номер телефона 50331. И я помню 40679. Прием, прием. И, кстати, улица Гальянова недавно появилась у нас в честь легендарного директора. Женя, а ты чего сидишь-то? У нас ведь вручение. Точно. Народный лайк ждет своего победителя. Проект «Народный лайк» открыт. В номинации «Лучшее кафе, ресторан, столовая, кофейня» победил «Славянский базар». Невероятно важно вручить этот кубок «Народный лайк». Эти аплодисменты и народная любовь горожане нашего города выбрали «Славянский базар» как самый лучший. Здесь гостеприимно, красиво, вкусно. Вручаем. Ура! Ваши добрые слова. Так... Мы хотим поблагодарить наших гостей, которые проголосовали за нас, которые любят наше заведение, которые доверяют нам. Так что большое спасибо. Ждем вас у себя еще в гостях много-много раз. Каждый раз рада видеть вас, когда вы приходите к нам, получаете позитивное настроение, хорошие эмоции. И мы всегда готовы готовить для вас и дарить вам хорошую позитивную энергетику. Приходите. Татьяна Александровна. Уважаемые гости, нашему заведению более 40 лет. Поэтому на самом деле мы делаем на протяжении многих лет, чтобы в этом кафе было всегда атмосферно, вкусно. И вот мы справляемся с данной задачей всей команды. Поэтому независимо от того, команды меняются, но основа остается – качество и сервис. Я благодарна своей команде и вручаю им шеф-повару и управляющие, чтобы они сами и поздравили всю свою команду. Здоровья, удачи и дальше вперед! Браво, браво! Слушай, это нарисует!